просто один из его команд. За занятое второе место в категории хип-хоп юниор молодежь малой группы награждается коллектив Street Dance тренер Виктория Магомаева. На первом месте Шарм Дэнс Димитров, тренер Наталья Гордиенко. Джаз Фанк юниоры малый группы Blues Formation. На втором месте номер 105 Дэнс Холл Днепропетровск, тренер Ксения Амелина. И на первом месте номер 208 Street Dance Лисичанск, тренер Виктория Магомаева. Street Dance Review взрослые малой группы команды Formation. На третьем месте номер 73 Шарм Дэнс Димитров. Номер 73. На втором месте номер 131 Дэнс Фэмили, город Киев. Тренер Антонина Буденная. И на первом месте номер 160 Киев Стар. Днепропетровск. Тренер Карина Секида. Уважаемые танцоры, давайте сделаем несколько шагов вглубь сцены и освободим мало сцену для церемонии награждения. Давайте еще немножко, чуть-чуть. Ребятки, пожалуйста, давайте вы получились. Как-то так рассосались. Мама! Ваша наверное. Рождения, и у всех есть уникальная возможность посмотреть на мониторинг Гугла в нашей профессиональной компании, которая работает сегодня в программе до августного дня. Самые яркие красочные моменты вы можете заказать у ассистента фотографа при выходе из концертного зала. И после церемонии награждения здесь можно немножечко пофотографироваться. Добавить о сегодняшнем конкурсном дне. Уважаемые руководители коллектива, кто еще не успел получить подарочные календарики на каждого участника каждого коллектива, обратитесь, пожалуйста, в регистрационную комнату. Специальные подарки от Всемирной унии культуры и искусств. Подарочный календарь на 2016 год с планом графиком мероприятий нашей танцевальной организации.